Здравствуйте, дорогие мои. Вот сегодня у нас вот такая тема. Вот видите, вот в этот комплекс сейчас выключен, Technics 600. Он, в принципе, часы светятся. Вот другой Technics 570, тоже часы светятся. Здесь еще даты есть, они крупные, в принципе, светодиодный индикатор. А вот этот комплекс, часы не светятся, ничего нет. И приходится кнопкой нажимать, чтобы посмотреть часы. Это что это такое? Вот сейчас вот нажал, выключилось опять. 5 секунд и выключилось. Почему так? Кто знает, как сделать так, чтобы они светились постоянно, как по-человечески. Зачем, чтобы мне посмотреть, надо обязательно кнопку нажимать. Это что это такое? Время, чтобы посмотреть, надо кнопку. И вот вырубается. Если включается еще, вот, сейчас загорается зачем-то. Зачем это? Щелкает туда-сюда. Почему так сделали? Если кто знает, пишите. Хочу понять, почему так интересно. Вот. Но это, с одной стороны, неудобно. Как так? Часы надо на кнопку нажимать почему-то. Как же их тогда? Вот эти светятся почему-то. Вот не надо ничего нажимать. Здесь он посмотрел, время узнал. Здесь тоже посмотрел, время узнал. А здесь надо тыркать. Чё, почему так? Почему так? Здесь не надо тыркать ничего, видно время. И здесь тоже отлично видно время. Ну, сейчас все светло, в темноте, и тем более еще сейчас вспышка работает. Вот так вот показывает. Вот. Хорошо видно в темноте. Крупно здесь значочки. Вот. А вот это мне не показывает время. Тыркать надо на это. Не знаю. Ну-ка, на пульте есть хоть кнопка такая интересная, чтобы хоть с пульта включать. Где пульт-то? Сейчас посмотрим. Пульта. А вот он. Так, посмотрим, есть ли пульт. На пульте такие кнопочки. Тест. Не вижу здесь таких кнопок, чтобы можно было часы посмотреть. Слип только, слип. Ничего не реагирует. Тест. Нет, не знаю. Не, хотя бы с пульта можно было нажимать, время узнавать. Нет такой херни. Извините за выражение. Почему так сделали? Неудобно. Странно. Нет времени. Приходится только на эту кнопку клок нажимать. А здесь и нет клока. Почему-то. Только клок на эту. Получается плеерок. Вот тоже получается. В общем, непонятно, почему так сделали. Это у всех так или надо как-то еще настраивать? Напишите мне, пожалуйста.